是吗？Здравствуйте, вы Людмила, я Елена, город Волгоград. Ваша жизнь стала лучше потому, что не стало минус что? От чего вы избавились? Ну, я избавилась от боли в пояснице. Я после первого применения кресла Шилтон, после массажа на кресле Шилтон, я почувствовала облегчение. У меня перестала болеть поясница. И я свободно, без боли стала наклоняться и двигаться без боли. Довольно тело, как ласточка. Потом я попробовала прибор инфотап с нефритом. У меня болели плечи после травмы, я упала на локти. И после массажей, после нескольких массажей инфотабом в области больного сустава и седьмого шейного позвонка, у меня стала подниматься рука. Ну, как хорошо. Даже стала делать зарядку. Если я вас правильно поняла, Людмила, то вы избавились от боли в пояснице. Да. Вы избавились от скованности в спине, можете теперь наклоняться. Да, свободно. И теперь у вас не болит рука после вашей травмы, и вы спокойно можете ею двигать и поднимать. Спокойно могу двигать и работать. Прекрасно. А с помощью чего вы смогли это сделать? Как вы это сделали? Ну, после использования массажного кресла Шилтон я стала спокойно двигаться, легко двигаться, меньше стала уставать, легко наклоняться. Даже по утрам стала делать зарядку, которую я не делала уже больше полугода. Это после первого же применения? Да, кресла, после первого же применения я утром сделала ленивую зарядку. И без боли у меня ноги стали поворачиваться вправо-влево на скручивание позвоночника. Свободно. Это очень важно. А инфотап? Я где-то после третьего или четвертого. Угу. То есть 3-4 раза. 3-4 раза, и у меня каждый день. Это... Ну нет, не каждый день, через день. Вот такие результаты уже пошли, да? И рука поднимается. То есть вы все сняли все призывы. Да. Хорошо. А подскажите, пожалуйста, а какой стиль жизни в вашей жизни сейчас? У меня подвижный образ жизни. Хотя я и на пенсии, но я работаю уборщицей, убираю вагоны трамвайные. Приходится очень много раз подниматься по ступенькам вверх, вниз, наклоняться. Раньше у меня затруднение было. И в поясничном отделе, и руки уставали быстро. Сейчас я свободна. Это делаю, меньше устаю. Даже иногда хочется пить. А сон какой? Сон вообще отличный. Лучше со сном. Ну вот скажите, пожалуйста, Людмила, какое ваше впечатление от знакомства с компанией «Островок здоровья» и что вы можете сказать или рекомендовать таким же людям, как вы? У меня очень приятное впечатление от компании «Островок здоровья». И я хочу рекомендовать людям, чтобы приходили в «Островок здоровья», поправляли свое здоровье на ваших приборах. И по работе я уже некоторым людям рекомендовала прийти сюда, и некоторые воспользовались этим. Спасибо вам большое за интересное интервью.